Сегодня Пасха, как говорится, Христос воскресе, воистину воскресе. Нерча вот такая. Однокашник мне сказал, он в Пермайске живет, что Анон и Ингаду уже продернуло. Я снимаю из машины, потому что на улице ветер. Ветер, вы знаете, как микрофончик маленький. Забивает сразу шумом у смартфона микрофон. Поэтому вот такая ситуация. Но нерчат тоже раньше пройдет их доход. Ну, ледоход он редко бывает такой явный, видимый. Обычно она по-тихому смывается, так сказать. Ветер, что даже здесь слышно.